От несчастных случаев не застрахован никто. Когда мы вызываем службу спасения, это значит, что нам нужна помощь. Беда может прийти внезапно и к любому из нас. Только вот вспоминаем мы об этом не всегда. Это видео снял наш мобильный репортер, ставший случайным свидетелем того, как машина скорой медицинской помощи, спеша к больному, двигалась по улице Березовой. Для того, чтобы сократить время в пути и подъехать к подъезду, водителю скорой пришлось заехать под знак «Стоп» и оказаться на улице с односторонним движением. Ехавшие навстречу возмутились и отказались уступать дорогу. Автомобилистам спустя некоторое время все же пришлось проявить уважение к карете скорой помощи и уступить. Но иной раз, возможно, именно эти несколько минут могут спасти кому-то жизнь. Напомним, что автомобили скорой помощи, оборудованные синими спецсигналами, получают приоритет в движении. И пусть штраф, полагающийся за непропуск машины с проблесковым маячком, составляет всего 500 рублей, надо помнить, что, игнорируя автомобили со спецсигналами, вы подвергаете опасности чью-то жизнь.